Суд над торнадовцами, длившийся больше года, подошел к завершению. Сегодня коллегия судей Оболонского районного суда начала оглашать приговор 12 бывшим бойцам роты МВД «Торнадо». Спецназначенцев обвиняют в ряде тяжких преступлений, таких как пытки, насилие, похищение, убийство. И хотя весь процесс был закрытым из-за деталей страшных преступлений, приговор суд оглашает открыто, а это 200 страниц текста. Успеют ли судьи зачитать вердикт сегодня, узнаем у Ирины Баглай. Она сейчас находится возле здания суда. Ира, тебя приветствую. Скажи, не прозвучал ли уже приговор? Алексей, заседание по оглашению приговоров торнадовцам продолжается. По последней информации от обвинения, торнадовцев признали виновными по 15 эпизодам. И в ближайшее время суд перейдет к публичной части оглашения приговора. Сейчас объявили технический перерыв. С утра, согласно закону, в зал заседания допустили прессу, поскольку на закрытых судебных процессах приговор оглашают открыто. Но из-за содержащейся в деле информации о деталях преступлений сексуального характера, заседание перевели в режим закрытый. А журналистов и родственников обвиняемых попросили удалиться. Нужно отметить вступительную часть. Несмотря на то, что нас допустили в зал, никто практически не мог расслышать по техническим причинам. Зал заседаний не оборудован необходимой для этого техникой. Но нам пообещали, что этот недочет устранят. Вирок проголошується у відкритому режимі, за виключенням інформації, яка містить відомості про злочини проти статевої свободи недоторканності, яка може шкодити безпеці потерпілих. Резолютивна частина вироку буде проголошуватися у відкритому відкритому режимі. Дело о преступлениях бывших бойцов роты – это 86 томов. Сам же приговор, как нам стало известно, изложен на 200 страницах. И уже 10-й час судьи зачитывают приговор. Напомню, что бывших бойцов спецроты МВД «Торнадо» обвиняют в ряде тяжелых преступлений. Это похищение, пытки, сексуальное насилие. Военной прокуратурой были собраны доказательства о том, что торнадовцы насильно удерживали жителей Луганской области в подвале Лисичанской школы. Его превратили в пыточную. Но сами обвиняемые свою вину не признали. Знают, ее частично признал только один из бойцов, Шевченко, и ранее был отпущен судом под домашний арест. Что касается приговора, то военная прокуратура просит для обвиняемых от 8 до 15 лет лишения свободы. И для частично признавшего вину срок 3 года условно. Но он не будет он справедливым. Но не будет в этом суде справедливым приговор. Конечно, будет апелляция, это однозначно. Никто не признает нас вины вообще. И уже после обеда 11 из 12 обвиняемых отказались слушать приговор и попросили доставить их в СИЗО. Изначально с утра они были не настроены слушать. Во время оглашения приговора выкрикивали, провоцировали журналистов, так сказать, на диалог, даже пританцовывали. А вот на предыдущих закрытых заседаниях забрасывали прокуроров и судей фекалиями. Сегодня они объяснили, что таким образом просто хотели привлечь к себе внимание прессы. Заседание проходило в режиме усиленных мер безопасности. Здание суда было оцеплено. Так, на территории рядом можно было попасть только по документам. Под усиленной охраной доставили в суд и самих обвиняемых. Но все-таки все обошлось без стычек, достаточно спокойно. Под стены суда поддержать торнадовцев пришли не более 10 человек. И вот в данный момент, скорее всего, что приговор уже начали зачитывать публично. Алексей. Спасибо, Ира, за работу. Ирина Баглай была с нами на связи из Подоболонского района, столицы. Там оглашают приговор бывшим бойцам батальона «Торнадо».